У студентов Казанского федерального университета есть возможность питаться во всех филиалах комбината общественного питания КФУ. В данную структуру входят столовые института физики, которую по привычке называют столовой физфака, буфет главного здания, культурно-спортивного комплекса «Уникс» и не только. Процесс приготовления блюд осуществляется в столовой института физики, а затем готовые блюда отправляются в буфеты институтов. Основное меню мы ориентируемся больше на домашнее питание, что-то приближенное, да, к домашнему питанию, меньше каких-то фастфудов, но в любом случае от этого отказываться не получается отказаться, потому что мы прислушиваемся к желаниям наших студентов, преподавателей, поэтому у нас в меню есть какие-то там сэндвичи. По словам сотрудников, во всех филиалах общественного питания Казанского федерального университета проходит постоянное расширение ассортимента блюд, обновление униформы сотрудников, а также оборудование. Интересно, что самым любимым блюдом студентов является сосиска в тесте. Потому что это самое любимое блюдо наших студентов. Ну, то есть какие-то, может быть, коррективы вносят по ассортименту. И мы всегда прислушиваемся в плане ассортимента всегда. Напомним, что после обращения студентов Института фундаментальной медицины и биологии создана комиссия, которая проверяет качество еды в буфете. Также структура комбината общественного питания и торговли КФУ регулярно проходит все проверки и соблюдает все регламенты. К мнению студентов о рационе и меню всегда прислушиваются. Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Универньюз.